Дворяне пошли, массовка пошла, Петя. Кинематограф очень редко ставит перед собой задачи как бы слепо просто реконструировать время. Это не является художественной целью никогда. Но тем не менее, все, что здесь сделано, опирается чрезвычайно точно на обстоятельства и фактуры жизни людей того времени. В 60-е годы был временный балаган, который располагался у стен Исаакиевского собора. И зацепившись за эту фотографию, мы решили сделать что-то подобное. Мы долго искали эту площадку. У меня была задача расположить эту декорацию так, чтобы мы могли, собственно, весь день снимать в выгодном нам свете. И именно за счет сохранения фактуры, настоящей, хорошей, сложной, мы решили построить рынок отдельно, а собор поставить на графике. Самое интересное, что у Андрея, кстати, есть еще качество. Вот все, что он нарисовал, один в один это было создано живьем. И это, конечно же, довольно серьезно вдохновляло. С господинами продюсерами мы уже работали. Я был, конечно, поражен размахом в Сталинграде. И здесь история, которая тебя полностью погружает, этот мир создан полностью. The Duelist is incredibly cinematic. It's very rich in texture. It has a almost Sherlock Holmes kind of look to it, and it looks like a big global movie. Все на исходе. Большое кино, и, соответственно, игрок в нем тоже будет много. Здесь, конечно, команда работает на высоте на уровне. Да? Режиссеры, операторы, продюсеры, они очень в этом смысле очень внимательно сейчас относятся к визуальному изображению. По материалу, который мы видим, он невероятной красоты.